Мати захисника і друга водночас – мрія багатьох людей. Сьогодні будемо говорити про собак, про тих гарних друзів, які можуть бути вам дуже відданими. І до нашої студії ми запросили Сергія Степаненка, кінолога, керівника тренувального центру для собак, інструктора зі слідчої роботи. І він прийшов не сам, а разом зі своїм другом Юпом. І це дуже добре, бо в нашій студії… Юп. Є ось такий класний захисник. Тож, пане Сергію, вітаємо вас. Здравствуйте, здравствуйте. Ми говоримо зараз про ті породи собак, які можуть бути найвідданішими. Які ж з них і що у вас за порода? Це собака, їй 20 місяців. Його звуть Юп, він привезен з Нідерландів. Це, голландці це називають, голландський полішхунд, голландська поліцейська собака. Есть в Голландии такая организация, как КНПВ, Королевская Нидерландская Полицейская Ассоциация. У них есть свой норматив, и в рамках этой организации существуют собаки, имеющие отличие от других собак. Они, американцы их называют КНПВ-дог, немцы называют это их малинуа голландских КНПВ-линий. На самом деле от классического малинуа КНПВ-собаки отличаются. И по характеру, и по поведению, и по типу поведения, и анатомически, и по весу. Собственно говоря, вот мы их привезли, и мы с ними работаем. Так, тобто це ваші такі вихованці, можна сказати. Да, так? А, да. Взагалі, як вони, от він побачив вже себе, побачив і ми бачимо, себе. Що він почав реагувати. А, взагалі він вихований? Як ви можете от зараз визначити? Щенку 20 місяців. 20 місяців. То есть, еще молодая собака, она в тренинге находится. Вот мы его попробовали взять в сильное общественное место, в студию. Иди сюда, ком. Юб, ком, плац, плац. Вот. И команды он выполняет на иноземной мове, так? Ну, тут команды на немецком. Нам так більше подобається, це більше... Ну, він дуже класний. Команди короткі. До речі, собака. І взагалі, які існують правила для отримання таких порід саме, які можуть слугувати не просто собакою як другом, так, а ще й захисником? Правила. Правила утримання? Так. Ну, смотрите, в любом случае, люди, которые берут... Там, хотят приобрести собаку, щенка, ну, естественно, должны понимать, что как бы, собаку нужно не только хотеть, ее надо еще и кормить, ее надо еще и поить, ей надо заниматься. И вообще-то член семьи, это, как некоторые там, это ответственность и так далее. Ей надо заниматься, она должна быть нужна. Она берется для какой-то, или для какой-то работы собака берется для работы, тогда она должна иметь возможность выполнять ее. А вот, если это просто домашний любимец, соответственно, он должен быть... желательно, желательно он можно сказать и так. Сбалансированной нервной системой быть в нормальном, нормальной нервной системой, в балансе. Пане Сергію, а бывает таке, что, например, он когось одного полюбив, а другого не дуже, и возникает такой конфликт? Вы имеете в виду внутри? Внутрі стаї, внутрі сім'ї, грубо внутрі, я маю на увазі, що всередині родини. От, наприклад, чоловік, він любить, наприклад, собаку, і собака знає, що це його, так сказати, вихованець, так? А дружину він не взлюбив, наприклад. І він якось може себе неадекватно поводити, наприклад, до когось із членів родини. Ну, смотрите, в любом случае, коли береться щенок, яка стоїть задача, да? Какая стоит задача у людей, которые взяли собаку? Первичная задача стоит задружиться с собакой, создать хорошие отношения, чтобы щенку было комфортно, чтобы он хотел взаимодействовать, сотрудничать с своим ведущим и, так сказать, нормально вел себя внутри стаи с остальными членами семьи. Так. Ясное дело, что есть собаки, есть разные, есть породы разные, есть собаки декоративные, есть собаки там, служебные, относящиеся к служебной категории. Да? Но ясное дело, что у просто декоративных собак, которых большинство сейчас становится все больше и больше, там задача основная какая? Конечно, желательно, чтобы эта собака была чтобы она была более или менее со сбалансированной нервной системой, естественно, ее можно обучать, ее можно дрессировать с детства, там, формировать поведение и так далее, и тому подобное.
В любом случае, генетика, то есть наследственность, то есть папа-мама имеет большое значение, это первично как бы. Если это декоративная какая-то маленькая собака, ну, тот факт, что она ходит там на какие-то выставки, получает какие-то медали за свою красоту неимоверную, это, конечно, прекрасно, но она должна быть более или менее иметь нормальный характер, нормальное поведение, она должна как минимум там не грызть своих членов стаи, то есть ту же семью. Естественно, соответственно, очень важно вообще понимать, кто родители. Ну, звичайно. Пане Сергію, а насправді от собаки ось такі от бійцівські, вони, ну, от їх важко утримувати, їх взагалі важко чомусь навчити? Чи навпаки вони досить витривалі, вони вчаться швидко? От як з ними відбувається ваша взаємодія? Собаки бійцівських пород? Ну, ось таких, як от Юб, наприклад. Ну, це собака служебна. Это не собака бойцовских пород. А, то есть есть разница, так? Собаки бойцовских пород – это собака, которая, грубо говоря, выведена для боя собаки с собакой. Ага, ось генетически. Як. Так, зрозуміло. А ці можуть робити ті справи, які потрібні, наприклад, в слідчих органах, так? Ну, служебных собак есть много разных, грубо говоря, там, пород, да, служебных. Да, там немецкая овчарка самая распространенная, то, что вот глаза... Нам сразу вспоминается, это немецкая овчарка. Много фильмов, немецкая овчарка, там полицейская собака, фильм там К-9 американский, куча вариантов и так далее. Ну, скажем так, немецкая овчарка порода популярная сейчас. Есть, конечно, разница в немецкой овчарке, в том, какая она была 30 лет назад. Она изменилась больше в сторону спорта, больше в сторону выставки, выставочных моментов. Вот. Первично у собака должна иметь генетику, которая позволяет делать эту работу. То есть папа-мама должны выполнять эту работу, для которой берется щенок. Если мы хотим взять щенка для какой-то работы, например, для поиска, да, соответственно, для поиска чего? Если мы хотим взять собаку для поиска человека, например, да, соответственно, нам нужно что? Это очень сейчас имеет большой спрос, ну, как бы есть интерес у людей. И даже звонят очень часто, нам нужна собака, чтобы там найти бабушку. Бабушка ушла, пропала, в сутки нет бабушки. У кого есть собака, есть какая-то вещь, мы живем на окраине села, надо попробовать ее поискать. Это очень важно. В наш час это просто, ну, и завжди, завжди было так. Вот для этого, да, естественно, это хорошая тема, ну, как бы поиск человека, да, это имеет смысл, это нужная вещь. Если мы хотим для этого взять щенка, значит, нам нужно, чтобы собака имела хорошие поисковые способности, хороший нос. И она, конечно, не должна, она должна быть достаточно социальна. Потому как она должна, найдя человека, должна его не кусать. Не загрызть, так, ну, звичайно, так. Это достаточно социальная собака, это может быть малинуа, это может быть немецкая овчарка, которая не имеет... остроты, скажем так. Острота а от Юб як? Як він? Він готовий, до, як ви думаєте, до такої роботи? Чому ви його вчите? Значить, ми привезли собак з Голландії происхождения КНПВ. Также мы заинтересовались нормативом голландской ассоциации КНПВ. Норматив называется Polish Hund, то есть полицейская собака. ПХ1, ПХ2. Норматив очень прикладной. Можно назвать это спортом, но голландцы это называют кёрнгом. То есть собака, которая сдает этот кёрнг, она хорошо подготовлена к жизни. Там, скажем так, в этом нормативе, вот, который мы в том числе с ним работаем, там много прикладных вещей, которые нам в жизни пригодятся. И обычное послушание, движение рядом под левой ногой, под правой ногой. Собака должна бежать под правой ногой рядом с велосипедом, собака должна иметь возможность переплыть речку небольшую или канал, должна, опять же, она должна апортировать предмет с речки, который плавает в речке. Ну, это достаточно складно. А как вам удается это все от собак вымагать? Как вы их чите? Это доброта и ласка, или это, возможно, когда-то можно и наказать? Скажем так, ну, в детстве, когда маленький щенок, необходимо собаку включить в работу. Для этого необходимо сделать максимально все возможное, чтобы собака, чтобы щенок взаимодействовал, сотрудничал, коммуницировал с ведущим. То есть ведущий это тот, кто работает с собакой. Ну, проводник. Так. Ви можете бути проводником багатьох собак, я так розумію, не одного. Вони потім не сваряться між собою за вас? Человек, работающий с собакой, является там ведущим или проводником, как угодно можно называть.
Соответственно, ну, многие, ну, если мы будем говорить про обучение, то методы обучения сильно изменились за последних там, 20-30 лет. Сейчас есть много новых моментов. Есть люди, которые работают с собакой там, какими-то новыми моментами, там, называя это какого-то там бесконфликтной дрессировкой и так далее. Кто-то работает там по советской школе, там контрастный метод обучения, где много принуждения там, и так далее. То есть здесь могут быть разные моменты, но опять же, оптимально, когда щенок в детстве сначала включается в желание взаимодействия, сотрудничать через то, что корм он ест с рук ведущего, через то, что он получает игрушку от человека. Солодощи, может, какие-то, не знаю, ну, смаколики, я имею на увазе, там, может, мяско, это может быть корм, это могут быть какие-то вкусопоощрительные моменты, там все что угодно. Да? Но оптимально вообще это просто корм, который щенок просто может получать с миски, может получать с рук ведущего во время контакта через занятия. Ну, он вас слухается, так? Да. Они все вас слухаются. Ну, мы работаем с собаками. Скажем так, для результата какого-то, который все хотят иметь, немаловажное значение имеет генетика собаки. То есть, грубо говоря, что у нас с мозгами. Если у нас папа, мама, скажем так, эту работу делали, то, соответственно, с большой вероятностью дети смогут будут эту работу также делать. Звичайно. Соответственно, конечно, скажем так, собаки, которые часто к нам приезжают на обучение, это имеет место быть, они приезжают, люди говорят, там, мы взяли собаку с приюта и так далее, то есть это такая сейчас тема, есть даже такая тема, возьмите собаку с приюта, не покупайте там у каких-то заводчиков. Да? На самом деле, конечно, собак с приюта, у большинства из них, не у всех, встречаются хорошие собаки, конечно, но у многих есть, конечно, много разных проблем, психологических, ну, и тому и подобных. Может быть, так. И, естественно, имея эти проблемы, работать с ними и исправлять их очень сложно. Грубо говоря, там, работа с зоопсихологом, это уже надо работать много с состоянием и так далее. Пане Сергію, а є у вашій команді ще і психологи, які займаються з тваринами? Чи вам це не потрібно? Конечно, мы это используем на самом деле. То есть вопрос не стоит. То есть когда приводят собаку на обучение, мы не можем просто на второй день, допустим, ее оставили на обучение, это пансион, она живет у нас, например, да, мы не можем там на второй день взять, я не могу пойти взять ее там на ошейник, на поводок и ходить в первый день, ходить от нее что-то требовать, там, сидеть, лежать рядом, сюда, смотри и так далее. Сначала надо создать хорошие отношения, он должен задружиться с ним необходимо, с этой собакой, войти в хороший контакт. Собака должна начать доверять своему новому, так сказать, ведущему, да, после чего, когда создастся хороший контакт, а на это уйдет время и не два дня, естественно, кому-то надо 5 дней, кому-то 7, кому-то и 2 достаточно. Многое зависит, большое значение имеет баланс нервной системы, вообще крепость нервной системы и стрессоустойчивость, так называемая. Ну, в таких породах, от які ви берете, я думаю, що вони ж і є такими, так? Тому що генетично у них це закладено, вони повинні бути такими. Інакше тоді вони не зможуть виконувати ті обов'язки, які на них покладають. Ну, діло в тому, що, наприклад, от смотрите, скажімо так, ми зараз от привезли цих голландських КНПВ собак, і, скажімо так, ми бачимо велику різницю від класичної малінуа, то, как это видят все остальные, да. Например, скажем так, классическая малинуа – это собака, в общем-то, холерик по типу виду нервной деятельности. Эти же собаки в основном сангвиники. Активные, такие. Они менее активны, чем малинуа. Собака малинуа, она холерик, они очень часто, скажем так, им сложно выключаться. Есть кнопка «вкл», есть кнопка «выкл». Важно, чтобы собака выключалась. А вот, скажем так, голландцы и американцы покупают собак у голландцев для полиции, покупают очень часто подростков в районе года и используют дальше для работы, опять же, в своїх спецслужбах, в поліції, в армії і так далі. Пане Сергію, а справді, якщо беруть собаку для того, щоб охороняла будинок вона, наприклад, то ось такі собаки зможуть охороняти будинок? Ну, знаєте, як в сільській місцевості це дуже розповсюджено, там всі собаки охороняють будинок, а ось в містах трошки інакша ситуація. Вопрос хороший. Значить,
Естественно, это многое зависит от менталитета населения, которое проживает в данной конкретной области, стране или, или районе. Например, если мы возьмем там страны Европы, такие как там, не знаю, Германия, самая распространенная большая страна в Европе, это Германия, с большим количеством населения, с большим количеством собак. Собак там любят и так далее. Большая история с собаками. Многие породы в Германии, естественно, произошли. В Германии собаки в последний период времени не охраняют. Ни дворы, ни квартиры и так далее. Собаки рождаются сейчас только для спорта. Это официальная позиция всех организаций, которые регулируют, так сказать, распространение, нахождение собак вообще. Ну, не потрібно, мабуть, так? Тобто цю функцію якось перенесли на... Скажем так, для того, чтобы собака охраняла, она должна иметь некоторую остроту, она должна включаться, включаться. Входишь в зону работы датчика движения, включается датчик, включается прожектор. Собака, имеющая некоторую остроту, будет мешать. То есть, например, грубо говоря, в Германии, если собака будет включаться там время от времени там в охрану своего двора, а дворы у них в основном огорожены заборчиками красивыми, которые просвещаются, соответственно, она будет включаться, и данный хозяин данной собаки будет иметь, конечно, проблемы с полицией, потому что на него напишут скаргу, суседи, бумагу, взагалі, ему принесут штраф в 600 евро для начала и так далее. Ему придется от этой собаки избавиться, либо она будет жить в ошейнике, который будет не давать ей лаять, называется антилай. Он будет ее бить немножко электричеством, и она, конечно, лаять не будет. Ясно. Но, опять же, будут сложности с содержанием данной собаки, так как необходимо осуществлять контроль. До речи, а какие у нас зараз есть такие документы, которые должны быть у господарів вот таких порід? Документы. Чи вони потрібні взагалі для того, щоб утримувати собаку? Ну, это больше вопрос такие юридические, бумажные. Юридичного характеру, звичайно, але володарі таких порід, вони повинні, мабуть, розуміти, що їм для того потрібно. Надо понимать, у нас люди часто хотят в нашей местности взять собаку для охраны двора. Как бы исторически люди привыкли, что собака во дворе, она нужна для того, чтобы она охраняла территорию. Это нормально. Так, так. Но на данный момент, например, те собаки, которые приезжают с Европы, которые куплены в Европе, в основном это Германия, это собаки, которые рождены для спорта. Да? Собаки, рожденные для спорта, в основной своей массе, конечно, территорию не охраняют. Ну, им це так. Они и хозяина-то не охраняют. Они могут играть, они могут заниматься спортом, они могут и кусать, и работать спортивные нормативы, защиты, защитные в том числе. Но она может не иметь просто включения природного остроты, и она просто не будет идентифицировать совершенно свой чужой, то есть не будет иметь внутреннего состояния, потому что, грубо говоря, мы можем... как угодно обучать, тренировать собаку, но если вы идете вечером по темному переулку, и к вам подойдут два хулигана, то тут животное, даже имеющее сильное научение, как кусать и за что кусать, получит стресс, соответственно, как и человек, к которому подойдут два хулигана на улице, оно получит стресс, и стрессанув, как человек, как и собака, примет за пару секунд решение, будем убегать, будем договариваться, или будем конфликтовать и кусать. И тут, если генетически это есть, грубо говоря, от папки с мамкой, то собака включится, и имея спортивное научение, как кусать, грубо говоря, куда бить, конечно, она сможет. Если она... не сможет психологически конфликтануть с этими самыми, с хулиганами. Это то же самое во дворе, когда во двор зайдет или залезет, или запрыгнет там хулиган, который хочет украсть пару ведер и лестницу, собака, не имеющая внутреннего стержня, не имеющая хорошей стрессоустойчивости, естественно, или убежит, или будет лаять из-за угла. Звичайно. Пане Сергію, ну, я насправді, я вам дуже вдячна, що ви таку зробили ідею, таку привнесли в нашу студію, що Юб побував у нас тут на місці. І дякуємо, що показали цю цікаву породу. Він дуже гарний, дуже такий молодий. Він спілкується, він любить посміхатися, сидів, посміхався тут. Насправді, я вам вдячна за те ваше ставлення до тварин. Ви дуже їх любите, ви розумієте, що потрібно від них вимагати. Ну і взагалі, ось так дуже уважно ставитись до кожної собаки, яка до вас потрапляє. Тому бажаємо вам успіх. Приходьте до нас ще, можливо, з іншими собаками, які будуть до цього готові. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.